У нас сегодня вылазка в лес. После долгих недель дождей мы надеемся найти грибочки. Да, как говорится, пожелайте нам удачи. Так, вот рыежечку нашли. Ох ты, под ней слизняк сидит. О, какой жирный, это, наверное, это он все и съел. А, точно. Обалдеть. Ну ладно, мы ему оставим ее. Ага. Не будем брать, но это съедобная сыроежка, очень вкусная. И вот еще одна эта сыроежечка. Это сыроежка такая? Я не знаю, не уверена, но мне кажется, что да. Ага. Можем посмотреть, конечно. Да, это сыроежка. Угу. Да, вот это сыроежка, два. Ага, прикольненькие, да. Я бы не подумала, не что это сыроежка такая. Да, это сыроежка, она просто темненькая, но она наверняка такая же будет. Или такая будет, да, или, ну, скорее всего, это такая будет, да, мне кажется. Что, берем? Можем взять, да, возьмем. Да, тут, по-моему, прям любовь. У нас одна находочка. Не можем определиться, масленок или маховичок. Мне кажется, маховик, скорее всего. Потому что если бы это был масленок, у него бы от юбочки хоть что-то осталось. Да. Маховичок. Наш следующий грибочек. Их было два, росли на дереве. Но мы в них еще не уверены. Вот такая у них под низом структура. Тоже такая пористая. Кажется, несъедобная. Вот мы их решили взять и дома уже почитать, посравнивать с книжкой. Потом уже решим, оставлять или нет. Мы здесь вот нашли череду, ряд грибочков. Ира думает, что это летняя пята. Я в опятах вообще не соображаю. Ну, я подозреваю, да, что это летняя пята. Я не очень так приятно пахнет. Очень, очень. Как из детства запах такой грибной. Мы, в общем, возьмем сейчас парочку хороших экземпляров на опознание. Так, что-то не наводит камеру. Потому что летние пята мы еще ни разу не собирали никогда. Ну, осенние, да, в осенних я еще разбираюсь. Да. Вот в таких нет. Ну-ка, сейчас посмотрим. Потому что осенние, мне кажется, ни с чем не перепутать. Да. Вот, интересный такой. Посмотрим. Смотрите, какой здесь шикарный лес. Как здесь красиво, вкусно пахнет. Каким-то сладким, сладким еловым запахом. Красота. Мы здесь уже нашли грибочки. И наткнулись здесь уже на один такой гриб интересный. Ира говорит, что это какая-то веселуха. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот это веселуха. Интересный гриб. Вот так вот они растут. Тут мы сейчас такой грибочек нашли интересный. Веселка называется. Первый раз, ну вернее даже это яйцо у гриба. Ну его так называют, да, яйцо. Мы его разрезали, просто не ожидали. Я просто первый раз такой нашла, думаю, что ж это за гриб такой. Вот он там сидит в яйце, да, еще не раскрывшийся. Это коричневое, это получается его будущие, наверное, пластинки. А белое это ножка. Ну, я знаю, что этот гриб очень полезный, и что его употребляют как раз вот в таком не раскрывшемся виде. Поэтому мы его возьмем с собой и почитаем, посмотрим, что с ним делать. Да, может быть, еще сейчас найдем. Вот так вот продолжается наша грибная охота. Вот тоже стоит чудо-юдо. Какой-то шишковик, как говорит, несъедобный. Вот такой грибочек нашла еще. Это русское название его, хлопья ножковый шишкогриб.
Да, такое интересное название. Ну, этот грибок очень красивый, но несъедобный. Сейчас он такой непривлекательный из-за дождя. У него дождь очень много накапал. А вообще он, когда вырастает побольше, он тоже пористый. Ну, его теоретически можно скушать, но он абсолютно невкусный. Мы пробовали, он как вата внутри. Но понаблюдает чисто так очень красиво. Такой цвет у него необычно серый. Здесь вижу морку чью-то. Кто-то живет там. Вот наткнулись на целую полянку шишка грибов. Все они, конечно, сейчас такие невзрачные. Их тут несколько штук. Вот такие вот. Там, мне кажется, еще большой один стоит. Ну да, когда они в сухую погоду, они прямо такие более серенькие. Вот так вот выглядит внизу. Обыкновенные горы. Хлопья на ножке. Ну и вообще он даже прямо вот, если его потрогать, он как вата. Но кушать тем более не естся. Смотрите, красота какая. Тоже посмотрите, так сказочная картина, эти оранжевые грибочки. Смотрите, вот он наш скромный улов. Ну, мы им очень-очень гордимся. Сейчас как бы не прямо уж такой грибной сезон, но из-за того, что дождь был, да, и такая погода была не сильно холодная, грибочки начали вылазить. Ну, в основном, да, мы насобирали вот маховики, вот такие, они уже... Их, честно говоря, если есть другие грибы, то я их обычно не собираю, потому что они вот такими вот становятся, а потом обмяклыми. Так, сыроежки вот здесь вот у нас. Ну, в общем, да, сейчас на одну жарку нам точно хватит. Да, здесь у нас такая вот красота за окошком. Красиво здесь. Ну, у друзей в гостях. Сейчас займемся грибочками. В итоге, да, вот такая вот тарелочка получилась с грибочками. А это вот, кстати, вот этот грибочек, который... веселуха. Господи, смотрите, какой он. Веселка. Веселка. Веселуха. Веселка. Да, вот такой как долька, кстати, апельсиновая какая-то. Только серого цвета.